12 к 4429.05.2018, обновлено, 15.45.29 мая 2018 года, 53413 Ханты-Мансийск, 29 мая, РИА Новости. Бывший губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин уверен, что назначенный в РИА главы региона Дмитрий Артюхов справится с этим серьезным испытанием. Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Кобылкина главой Минприроды, приняв его отставку с должности губернатора ИНАО по собственному желанию. Во вторник он назначил 30-летнего Артюхова временно исполняющим обязанности главы Арктического региона и провел с ним рабочую встречу. «Для меня главное то, что он родной для Ямала, и Ямал ему дорог. Пост губернатора – это серьезное испытание, нужно будет включаться сразу, не упускать ничего. Уверен, Артюхов справится. И земляки его поддержать, потому что он будет работать для них, для региона», цитирует пресс-служба правительства ИНАО слова Кобылкина. Бывший руководитель автономного округа также назвал Артюхова профессиональным, надежным человеком, знающим округ и понимающим перспективы развития арктического региона. «Он представляет новую формацию управленцев, прекрасно образованных, имеющих результативный опыт практической работы на самых сложных участках госуправления. Именно он поднял северный широтный ход», добавил экс-губернатор. Артюхов с 2010 года работал в аппарате руководителя автономного округа, в том числе в качестве помощника Кобылкина, занимаясь, в частности, экономическими вопросами и инвестициями. В начале 2016 года был назначен заместителем главы региона,